Всем добрый день, с вами Галина. Сегодня я покажу свой евронеукор. Уже он укоренился, пошел в рост. Сегодня буду забирать из череночника и покажу, насколько подрос он. Весь ровненький, все череночки примерно одинаковые, все хорошенькие. Все укоренились, все подросли, радуют. Остики остаются, остики они подольше, они до месяца укореняются. Остеоспермум, новиночка, Twilight Moon ампельный. Пусть еще постоит в череночнике, а всех остальных заберу уже на стеллаж к укорененным черенкам. ноября получала. Вот чуть больше 2 недель и уже вполне себе готовые череночки. Тут у меня Рэй Санфлауэ, черно-желтая красавица. Полоску Рим Маджента, классика, и новенький Биденс Ring of Fire. Тут остик и Биденс, остик Twilight Moon и Биденс. Так что довольна я результатом, всем рекомендую, если получится у вас взять такой неукор, то это лучший вариант, беспроигрышный. Если приходит хороший черенок, то и хорошее укоренение. Ну, здесь как лотерея. Может прийти хороший, может прийти не очень хороший, но тогда уже другой будет разговор. Укоренение, соответственно, будет разным от качества пришедшего черенка. Он долго в дороге. Температурный режим должен соблюдаться. Если все повезет, то такой вот хороший результат обеспечен, гарантирован. Буду дальше показывать вам, как подрастает черенок. Всем спасибо за внимание. Всем пока!